Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой Books. Leaderbooks.pro называется. И работает она с платформой Waze. Значит, регистрация здесь, друзья, очень простая. Логин, имейл, пароль. Здесь все прочтете. Это рекламная платформа. И будем мы здесь собирать монету ЛТ. Называется лидер. Значит, я же войду в кабинет. Минимальный вывод отсюда 10 монеток. Так, вот. Наш как бы информационная панель. Это у меня уже на основном балансе 8 монеток. Так, и здесь довольно-таки неплохие как бы монетки. Просмотр объявлений. Нажимаем, они все по 4 монетки здесь. Как я сказала, вывод от 10 монет. Нажимаем на баннер. Нас перебрасывает на страничку. И ждем 20 секунд. Сайт загружается. Отсчет времени идет. И разгадываем капчу. Так, выбираем звездочки. 3, 5, 8. Нажимаем 8. И вот 4 монетки ЛТ нам зачислено. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Так, просмотр текстовый. И здесь баннеры. И здесь тоже. Или это одно и то же. Ладно, здесь задание. Задание я не люблю. Здесь, как я сказала, это рекламный букс. Значит, можно размещать свою рекламку. Здесь вот разместить рекламу. Так. Просмотр. Далее здесь просмотр моей площадки рекламы, мой профиль. Ну, как бы вот наша информационная панель. Вот у меня уже 12 монеток. Ну, 0.12 как бы, да. Так, здесь лотерея есть. Есть ежедневный бонус. Значит, нажимаем получить бонус. Дается раз в 24 часа. На ваш счет зачислено 0.10 монеток. Вот мой логин. И вот бонус. Так, далее. Мои рефералы находятся. Вот наша партнерская ссылочка. Вот это вот она. Так, далее. Так, рекламные материалы, баннеры. Такие вот всевозможные. Это хорошо. Настройки профиля. В настройках нужно указать платежный пароль. Значит, смотрите. Так, платежный пароль должен состоять только из цифр и не длиннее 4 символов. Я поставлю на паузу и введу платежный пароль. А он не виден. Нажимаю сменить. Так. Ну и что у меня? Не сохранять. Ну, наверное, я ввела. А, новый платеж успешно установлен. Вот видите? Значит, это выход. Давайте теперь перейдем вот сюда, вкладочку. Заказать выплату. И что у нас здесь? Введите кошелек. Сюда мы вводим кошелек с платформы Waze. И минимум вот 10 монет. Так, и платежный пароль указан. Сюда номер кошелька, монеты, сколько количество. Сюда платежный пароль. Заказать выплату. Значит, переходим на платежную систему. Выбила меня из системы очень быстро здесь. Сейчас я войду и покажу вам. Сейчас затягиваюсь, поставлю на паузу. Где брать адрес? Значит, смотрите, раз мы работаем с платформы Waze, вот здесь вот вкладочка «Получить», вот «Отправить», «Получить».
И вот это адрес. Вот этот адрес я его скопирую. Так. Вот он. Да? Я его скопирую. И когда будет что выводить, я его вставлю вот в эту графу. Также и вы. Вот. И потом проверим на вывод. Так, все здесь я вам такое показала сама. Значит, главное о проекте посмотрите контакты. Так, выплаты. Идут уже выплаты. Значит, вот начали выводить на сумму 82 монеты. Сколько эта монетка будет стоить, мы посмотрим, когда я проверю на вывод. Потому как транзакции, там показывается сумма в USD. Так, далее. Контакты у нас что здесь? Ага, здесь отправить. Так, кабинет. Так, так, так. Кабинет. Возвращаюсь я в кабинет, друзья. Смотрите, опускаюсь в самый низ. Вопросы-ответы. Здесь нажмете и все прочтете. Что такое лидербокс? Так, разрешено ли несколько аккаунтов? Нет, конечно. Платежная система только Waze. Минимальная сумма 10 вот этих монет LT. Ограничения для вывода нет ограничений. Вывод, как быстро выплаты производятся моментально, что это радует. Партнерская программа 10,5%. Ну, если не нашел вопрос, то написать в поддержку. Вот такой вот букс. Я обожаю всякие криптомонеты. Я их собираю, особенно с платформы, то, что касается платформы Waze. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Ну, а вывод, когда будет что выводить, буду делать видеообзор. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!